У нас дождик немножко перестал. Мы сейчас соберем клубничку маленько. А то она у нас, я боюсь, начнет гнить на корню. Так. Клубники много, но они сильно крупные, средние. Все в земле прям бедное, грязное, как дождик лил, всю ее залил. Вот портиться начинает. Вот чего я и боялся, вот он. Видите, портится. От сырости. Вот ее. Долго. Не было дождей, не было дождей всю весну. Весь май жара стояла. Сейчас начался июнь у нас. И поперли. Вот уже четвертый день. Дождик, ну, потихоньку, но моросит. Где-то сильнее, где-то послабже. Ну, то есть... зеленые, ну, не совсем зеленую, пускай висит пока, она, я думаю, не испортится. Вот эти вот, вот здесь в кустах их надо пособирать, иначе может погнить. Ну ладно, где-то вот здесь я видел крупную красную, вот она, это еще зеленая, да завтра повисит, завтра соберем, это тоже вот эта вот спелая, это вот тоже полуспелая. Ну и вроде больше тут таких я больно красных-то не видел. Вот тут еще где-то. Вот. Одна и вот вторая. О, какая красавица. Крупная. Вот она, какая красавица.
А эта ремонтантная не сильно крупная, но средняя. Надо собрать ее, она. Иначе может просто попортиться. Так. Так, что у нас тут еще где есть? Ага, вот прошли. Кустик. Ну, молодые кустики в этом году только пересаживали. Они вот уже плодоносят. В этом году весной пересаживали их, они уже плодоносят. Вот. Вот. Это еще нет. Это зеленый еще немножко. Ну и все. А вон вижу красные. Вот вижу красную. Надо дотянуться до нее. Вот она красная. Здесь, а что у нас? Под кустом. Тоже не до конца. Ну ладно, это завтра. А то она и это не дает спеть. Ну все, собрали. Ну, больше пол ведерка. Сейчас мы чуть сполоснем ее. Она будет чистенькая. В холодильник положим, а завтра еще доберем, может быть. А послезавтра поедем к внуче и отвезем внуче немножко клубнички. Вот. Отлично. Попробуем. Вкусно. Вкусно. Ну все. Собрали урожай клубники. В этом году он еще у нас только первый. Что ты гавкаешь? Мы до этого собирали чуть поменьше. Прям буквально ровно половину собирали. Отвозили ночью, угощали. Это было буквально нас... Замолчи. Два дня назад мы ездили в Самару, отвозили внучке клубнику. И вот еще через денечек поедем опять. И отвезем еще. Ну все, до новых встреч. Вы были в гостях. Вон муравьи ползают, муравьишки. В гостях у Владимира.